Матч «Динамо» Брянск-Волга. Комментарий дает защитник команды «Волга» Айдар Хабибуллин. Айдар, поздравляем с победой. Сложный матч, но второй раз вам удалось обыграть брянское «Динамо» со счетом 1-0. Спасибо. Ну да, действительно, игра была очень тяжелая. Очень боевая команда «Динамо» и, в принципе, трибуны. Хорошая очень атмосфера. Приятно было очень играть здесь. Ну, в принципе, я считаю, что забьем второй гол, нам было бы намного легче и спокойно заканчивали игру. Так, я думаю, в принципе, закономерный результат. 2 года назад ты был игроком «Динамо» Брянск, но так и не сумел сыграть ни одного официального матча. Какие сейчас эмоции от того, что вышел на поле в Брянске? Ну, хорошо, что вышел, потому что тогда был коронавирус. Я даже один раз только это поле, в принципе, увидел, и тот там из окна. А так, тогда еще парни говорили, что очень хорошая атмосфера тут, что болельщики ходят, поддерживают. И как сейчас видели, команда даже проиграла, но болельщики скандируют «Динамо, Динамо». Это очень круто, в принципе, я хочу сказать. Очень хорошие положительные эмоции. Спасибо.